Привет! Сегодня я расскажу тебе, как подключить второй монитор и настроить его так, чтобы ты мог играть и одновременно читать чат или же сидеть в Google Chrome. Для того, чтобы подключить второй монитор, нам потребуется сам монитор, шнур питания монитора и шнур от монитора с видеовходом под монитор и видеокарту. Также, если у вас новая видеокарта, в которой нет входа, или же у вас новый монитор, в котором есть вход, но нет входа в видеокарту, вам потребуется вот такой вот адаптер. При помощи этого адаптера я преобразую VGA-сигнал в DisplayPort, и этот DisplayPort втыкаю уже непосредственно в саму видеокарту, и, естественно, у меня идет преобразование VGA-канала в DisplayPort. Вынужден я это делать, потому что монитор у меня достаточно старый, второй. В нем есть только VGA-вход, а в видеокарте нет VGA-входа, поэтому я должен либо переходник покупать на HDMI, либо на DisplayPort. В моем случае это DisplayPort. Когда вы приобрели все эти шнуры и переходники, теперь просто ставим монитор на стол, разворачиваем его, берем кабель питания, втыкаем, естественно, в разъем питания монитора, а вилку кидаем на пол, ну или откладываем в сторону. Она нам понадобится только тогда, когда мы будем работать с системным блоком. Теперь берем шнур от монитора, в моем случае это VGA-вход. Кидаю также один конец вниз и втыкаю начало кабеля в вход монитора VGA. Теперь я беру переходник с VGA-кабеля на DisplayPort, втыкаю VGA-кабель в него, тем самым преобразовывая VGA-сигнал в дисплей. У меня остался шнур от монитора, который будет входить в видеокарту, и шнур питания, который просто будет втыкаться в розетку. Теперь я спускаюсь к системному блоку, который у меня стоит внизу. Я уже протянул эти два провода, провод питания и провод от монитора. Провод питания я просто включаю в розетку и отодвигаю ее в сторону. Она нам больше не пригодится. Теперь нам нужно заняться входами в нашей видеокарте. У меня видеокарта стоит GTX 1060, и в ней есть огромное количество входов. HDMI, DisplayPort и еще какие-то, которые я даже не знаю, как называются. Так как я использую преобразователь сигнала VGA в DisplayPort, то мне потребуется DisplayPort в видеокарте. Теперь шнур, который у меня остался, просто втыкаю в DisplayPort. Так, теперь все готово и можно включать компьютер. Фух, с богом. После того, как у нас включился компьютер и загрузилась система, у вас не будет никакого изображения на втором мониторе, так как он у вас может быть просто выключен и не настроен. Для начала проверьте, включен ли он у вас на кнопку или нет. В моем случае он был выключен. Теперь, если у вас Windows 10, вы нажимаете клавишу Windows плюс английское P, и здесь у вас будет несколько режимов второго монитора. Вы должны выбрать «Расширить», если же вы хотите, чтобы на втором мониторе у вас все продолжалось от первого. Чтобы у вас корректно, как и у меня, передвигался курсор справа налево или же слева направо, то есть два монитора были как один рабочий стол, вам нужно будет зайти в настройки дисплея от Windows, и здесь у вас появится два монитора. Первая картиночка — это непосредственно ваш основной монитор. Вторая картиночка — это ваш второй монитор. Основной монитор стоит посередине, дополнительный монитор стоит слева. Естественно, и здесь я располагаю второй монитор слева, так как мне будет удобнее, когда я буду уводить мышку влево, чтобы она переходила просто на левый монитор. Соответственно, если у вас второй монитор расположен вверху, внизу или справа, вы, естественно, должны картиночку под номером 2 передвинуть вверх, вниз и, соответственно, вправо. Если я помог тебе, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свой комментарий. Пока-пока.